я не помню, не знаю, из каких сыновей, но так были цыгане, все, и бабушке было 7 лет, что ли, там сколько, и она выпила шампанского, была пьяна, она говорила, все, едем кататься, вот там катались на тройках. Вот, то есть вот, свадьбу она вот тоже помнила хорошо. И насчет образования. Баба Кира, хотя вот ей было сколько, она была 7 лет, да, она 10-го года. Она до сих пор, вернее, до сих пор, когда была, она до сих пор помнила, что она ее учили по-русски. Да, да. Бонна, у нее была так бонна. Так лет она не говорила, да, не говорила по-русски. Да.